Всем большой привет и добро пожаловать! Очень рада, что вы включили сегодняшнее видео, так как в нем мы будем обсуждать, пожалуй, самый популярный парфюм бренда Mental под названием Intense Cafe. У меня есть вот такой 20-миллилитровый флакончик, миниатюрка этого поистине популярного аромата, о котором, я уверена, вы все наслышаны. Кстати, если у вас есть с ним хоть какой-то опыт, пожалуйста, делитесь им с нами в комментариях. Но мы постараемся разобраться, что же такого уникального есть в Intense Cafe, что вызывает у людей бурю эмоций, а также желание писать на него нескончаемые отзывы. И вы знаете, хоть мнение об Intense Cafe расходятся, и даже несмотря на критику в его адрес, его популярность никто не отменял. А сделать это видео более интересным я решила, сопоставив Intense Cafe с Ristretto Intense Cafe, его первым фланкером. Я не видела много подобных видео, в котором оба парфюма были бы под прицелом, так что если вы хотели узнать, в чем похожие и различные стороны этих парфюмов, буду надеяться, что сегодняшнее видео вам будет полезным. Так что обязательно лайкните его. А если вам нравятся такие не просто обзоры, а и сопоставления похожих ароматов, то обязательно напишите, о каких еще вы бы хотели узнать. Ну а мы начинаем с Intense Cafe. Парфюм, который был выпущен в 2013 году брендом Mental. И вот на этом мы остановимся поподробнее. Как вы наверняка уже знаете, Пьер Монталь является владетелем, а также парфюмером бренда Монталь, но у него есть еще один не менее известный бренд под названием Мансера. И вот, кстати, в коллекции Мансеры был выпущен, ну скажем так, прототип Intense Cafe под названием, а ну, знаете, конечно же, Roses Vanille. Тот аромат был выпущен в 2011 году, и мне кажется, команды обоих брендов распознали потенциал в том парфюме и создали Intense Cafe, который выстрелил и сразу же стал настоящим хитом. Так что Intense Cafe пахнет как Roses Vanille, и я в скором времени хочу приобрести флакончик той суперпопулярной Мансеры. Если вам было бы интересно такой обзор сравнения Intense Cafe и Roses Vanille, то обязательно дайте мне это знать в комментариях. Ну а на этом мы можем уже непосредственно перейти к самому аромату Intense Cafe. Я его уже наносила сегодня на кожу. Сделаю это еще раз для вас. А пока мы пройдемся по парфюмерной пирамиде. Итак, в верхних нотах у нас заявлены цветы. Какие, мы не знаем, просто цветочные ноты. Но вот уже в середине композиции ярко выражена роза с кофе. Ну, о кофе мы еще поговорим. Давайте перейдем к базе, где у нас ваниль, белый мускус и амбра, настолько символичные Монталю, потому что они присутствуют в большинстве их парфюмов, что, конечно же, и здесь без них не обошлось. Но и о чем же наш Intense Cafe? Ну, вы знаете, мне лично кажется, что они его не совсем правильно назвали, потому что наверняка все будут искать, ну, конечно же, ноту кофе в нем, потому что, ну, оно же уже в названии, правильно? Кофе, где ты? Ау! Вы знаете, мой нос, он хорошо реагирует на какие-то мельчайшие изменения, полутона, и довольно-таки ярко может распознавать ноты. Но вот как я ни стараюсь, кофе я здесь не слышу. Я не кофейный маньяк. Мне нравится этот аромат, в котором, конечно же, всем концертам руководят ваниль и роза. Да, это аромат о сладкой розе, но мне кажется, те, кто поведутся на имя этого парфюма, будут очень разочарованы не услышать в нем кофе. Зато ванили с мускусом и розой здесь хоть отбавляй. И вы знаете, это очень специфическая роза. Она супер-гипер сладкая. Это практически розовое варенье, причем которое уже начинает сахариться. В нем действительно есть такие кусочки сахарка. И несмотря на такую ошеломляющую сладость, он не приторный,
а очень-очень привлекательный. Шлейф от него безумный, и даже с одного пшика вы будете его слышать на себе целый день. Но если вы нанесете побольше, то комплименты вам гарантированы. Этот аромат очень хорошо всем заходит, он всем нравится, и мне лично он поднимает настроение. Итак, это был Intense Cafe. Сейчас мы перейдем к Ristretto Intense Cafe, как я уже сказала, самому первому фланкеру Intense Cafe. Кто знает, может, их будет больше. Хотя уже существует огромное множество парфюмов, которые похожи на Intense Cafe. И не просто клонов, а ароматов других популярных брендов, которые в точности передают аромат Intense Cafe. Если вам было бы интересно услышать о них подробнее, то я могу составить целый список таких ароматов, так что буду рада услышать от вас ваш запрос в комментариях. Ну а мы переходим к Ristretto Intense Cafe. И что же у нас здесь? А здесь у нас кофе! Вот так сюрприз, которого все так ждали в Intense Cafe. Но, знаете, не стоит слишком радоваться. Здесь, кстати, кофе заявлен и в верхних нотах, и в средних нотах. Верхние ноты у нас кофе, турецкая роза, средние ноты обжаренный кофе, французская роза и древесина, а в базе все та же ваниль, белый мускус, амбра и карамель. Ну, смотрите, в раскрытии все та же сладкая роза, но уже с кофе, так что это уже сладкий кофе. Ну, вот хочется сказать, что не знаю, почему они настолько дозированно обходятся с самой нотой кофе. Мне кажется, если бы они ее сделали поярче, посильнее, то людям этот аромат нравился бы еще больше. Но это все тот же сладкий кофе, но здесь он уже не с сахаром, а я бы сказала, с розовым сиропом. Так что, если вы любите суперсладкую розу и ваниль, кстати, вы знаете, что натуральные кристаллы ванилина пахнут как сахар. Так что мне кажется, именно этот материал был задействован при создании Ristretto Intense Cafe. Нота кофе здесь улетучивается, и сам аромат действительно напоминает Intense Cafe. И мне кажется, если у вас один из них есть, то второй не совсем нужен. Ну, разве что вы его обожаете и не можете им насладиться, тогда, конечно, приобретите оба. Скажу так, если вы любите ДНК Монталь с их белым мускусом, розой и ванилью, вам точно понравится Intense Cafe, который в сравнении с Ristretto Intense Cafe более мускусный и, да, более флоральный. Ristretto Intense Cafe более гурманский, еще более гурманский, чем Intense Cafe. Здесь есть та нота кофе, я бы не назвала его конфетным, но да, настроение он поднимает точно, как и сладости. Я бы его назвала более круглым, более глубоким, может быть, менее резким, но по сути это все-таки один и тот же парфюм. Оба они яркие, оба они громкие, шлейф у них потрясающий, по стойкости нет вопросов, поэтому я не советую обливаться ими, так как в случае с Ristretto Intense Cafe, Intense Cafe, да и Монталем, в общем, меньше больше. Это было, пожалуй, все на сегодня. Мой обзор сопоставления Intense Cafe и Ristretto Intense Cafe. Напишите в комментариях, какой из них нравится больше вам. И если вам понравилось это видео, и вы для себя узнали что-то новое и полезное, обязательно его лайкните. А также подпишитесь на мой канал и, конечно же, активируйте на оповещание, нажмите на колокольчик, и тогда вы будете узнавать о моих новых видео самыми первыми. Кстати, если вы любите бренд Монталь, а мне бы было очень интересно ваше мнение о нем, то в скором времени я планирую расширить свою коллекцию любимчиков Монталя, и я буду вам о них рассказывать по мере того, как я их буду приобретать. Так что обязательно ждите тех видео. Если у вас есть другие запросы и пожелания, я всегда открыта им. И давайте общаться в комментариях и обсуждать этот супер популярный аромат.
И что вы о нем думаете? Вы его фанат или не можете его на дух переносить? Буду рада от вас услышать. Большое спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.